Кировский район Самары, лесная зона Дубки, излюбленное место экологических хулиганов. Здесь регулярно появляются спонтанные свалки бытового и строительного мусора. И на этот раз городские экологи обнаружили на нескольких сотках то, что по всем нормам и правилам должно быть захоронено на специальном полигоне. Когда нарушители находят, на свалке стоит видеорегистратор. Им грозят штрафы. Ферме 250 тысяч рублей, частнику 2 тысячи. Вывозить мусор на спецполигон должен владелец земли. Мы работаем в взаимодействии с полицией. У нас есть телефоны контактов по каждому району. То есть в случае неадекватности правонарушителя, в принципе, почти всегда оперативно сотрудники полиции реагируют и оказывают нам содействие, помощь для того, чтобы установить этого правонарушителя на месте. 5 лет назад в Самаре было 350 несанкционированных свалок. На их ликвидацию городской бюджет потратил несколько десятков миллионов рублей. Однако нарушителей по-прежнему хватает. И сейчас нужно привести в порядок 70 участков. Так, в Кировском районе только с начала года инспекторы лесного контроля выявили 5 незаконных свалок. 3 уже ликвидировали, теперь взялись за четвертую. Отвал грунта в овраг. Это, естественно, является нарушением. Мы будем держать на контроле этот вопрос и, естественно, будем ждать, то есть даем определенный срок, максимум неделя, для устранения этих замечаний. Нарушитель экологического равновесия Андрей Карпюк, молодой человек, арендовал участок вдоль дороги, решил его обустроить, однако не успел вовремя вывести на официальную свалку строительный мусор. От административного взыскания арендатор спасло решение в кратчайшие сроки устранить экологические ошибки, не доводя дело до суда. В ходе планирования земли и грунта нами были допущены некоторые нарушения, недостатки, которые были выявлены департаментом экологии городского округа Самара при представителе. В ближайшее время обязуемся устранить данные недочеты и в дальнейшем не допускать. У арендатора Андрея Карпюка 4 пути решения экологической проблемы. Это специальные полигоны на окраине Самары, центральный, восточный и 2 в Преображенке. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События.